Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Дэна Роума «Визуальное мышление. 10 основных фактов». Не забывайте подписаться на канал, пожалуйста. Обзор этой книги сделан совместно с компанией Master Bundle с маркетплейсом цифровых элементов для создания превосходных дизайнов. Любой дизайнер может в несколько кликов загрузить сюда свои работы и начать зарабатывать прямо сегодня. Все подробности по ссылке в описании, а мы начинаем. Факт первый. Визуализация наполняет образы смыслом. Жизнеспособная идея та, которая может зафиксироваться в головах других людей. Человек быстро забывает информацию, скрытую из поля зрения. Мысли, произнесенные вслух, нужно подкреплять изображениями. Не нужно быть художником. Визуальное мышление не связано с талантом или умением рисовать. Вам не обязательно заканчивать художественную школу, чтобы создавать глубокие, наполненные смыслом образы. Достаточно простых графических фигур. Третий факт. Другой взгляд на проблему. Когда человек рисует, задействуются другие участки головного мозга, подключается интуиция. Этот способ мышления дает возможность увидеть проблему под другим углом. Преобразование образа в картинку. Трансформация мысленного образа в рисунок состоит из следующих этапов. Обращение внимания на что-то, видение образа, воображение, передача. Пятый факт. Смотреть и видеть разные вещи. Смотреть значит обращать внимание на информацию, находящуюся вокруг. Видение подразумевает осмысленный избирательный процесс и выводы из него. Правило 6. Презентация должна давать ответ на конкретный вопрос. Дэн Роэм предлагает воспользоваться визуальным алфавитом, состоящим из 6 пунктов. Их все вы найдете в текстовой версии этого обзора по ссылке в описании. Все начинается с круга. Любые образы состоят из элементарных фигур. Писатель утверждает, что любой рисунок можно начать с окружности и присвоить ей название. Именно поэтому простой рисунок на салфетке способен сделать прорыв в мышлении. Восьмой факт – полнота картины. При взгляде на схематическое изображение даже очень сложных систем и многокомпонентных процессов, человек способен обнаружить неожиданные взаимосвязи. Экономия времени. Образное восприятие работает быстрее, обработка слуховой информации отнимает время. Мозгу свойственно оперировать образами, поэтому графическую информацию он упорядочивает оперативно. Десятый факт. Иногда достаточно пиццы. Не всегда целесообразно делать сложные изображения с множественными связями. Для обычной вечеринки достаточно пиццы, а для серьезного торжества придется накрыть шикарный стол. Так вот, пиццы достаточно в 70% случаев. По ссылке под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Визуальное мышление». Не забывайте подписываться на канал, слушайтесь маму и читайте книги вместе с «Читай быстро».